Ребят, всем огромный привет, вы на канале Vitaly Plays, и сегодня я вам расскажу, как получить скидку на Royal Pass, а также как попытаться выиграть Royal Pass 4 сезона абсолютно бесплатно, не нужна даже никакая скидка. Перед началом ролика хотел бы поблагодарить абсолютно всех и каждого, ребят, за вашу поддержку, потому что на канале уже практически, сейчас посмотрю, да, практически 250 тысяч подписчиков, за что вам огромное спасибо. Если еще не подписан на канал, обязательно подписывайся, прожимай лайк ролику и в колокольчике включая все уведомления. Давайте сначала про розыгрыш. Розыгрыш будет от меня, как и в любом видосе с халявой. Вам опять-таки нужно быть подписанным на канал, поставить лайк данному ролику, написать комментарий. И какой комментарий? Давайте четвертый Royal Pass топ, потому что. Либо же четвертый Royal Pass дно, потому что. И продолжить предложение. Также указать там свою ID-ху, чтобы на стриме я мог выявить, так сказать, победителя и отправить ему РП-шку. Вот и все. Теперь давайте перейдем, собственно, вот к перку, который появился, сегодня утром, хотел сказать, буквально пару часов назад. Но прежде чем туда переходить, я все-таки, наверное, ребят, пополню ЮСИшки, чтобы вам просто-напросто наглядно показать. А хотя я даже вот так, по идее, смогу сделать, да? Или не смогу? Да, смогу. Я вот прямо сейчас пополню, чтобы не останавливать ролик. Сколько он стоит, тот Royal Pass? 900 чем-то. Да, по-моему? Давайте закинем 10 ЮСИ. И потом еще. Так. Сейчас, секундочку. 10 ЮСИ на 10 баксов. И еще 5 баксов. Так, может, лишние будут, пускай будут. Так. И на 5. По идее, пополнил. Да? Да. Ребятки, пополнил счет. Теперь смотрите, заходим вот в это событие. Вот. Эта тема у нас уже давным-давно была. Вы знаете, что я вообще относился к ней максимально скептически и ненавидел всем сердцем, потому что многих моих знакомых перебанили, когда в эту тему добавили в первый раз к нам. Но во второй раз разрабы вроде бы все пофиксили. Никаких бан... Не, были баны. Вру. Потому что снимал видос, ребята скидывали скрины, что и за второй раз. Надеюсь, третий раз такой дичи не будет. И я вот даже сам буду продюсировать данную хрень. Смотрите, нам нужно собрать команду из трех человек. Здесь вот вход в команду, я вам покажу, каким образом вы можете получить свою скидку. Очень-очень просто. Так, письмо. Это с приглашением, по идее. Давайте в знак вопроса. Примите участие в событии групповая покупка карты улучшения Royal Pass, чтобы воспользоваться скидками и получить постоянные перки в виде UC. Когда вы приглашаете игроков в вашу команду или когда вы вступаете в команду. Ну то есть если мы сразу, там 3 человека команда, если мы сразу заполняем команду, либо же кому-то присоединяемся в команду, то нам эти перки, карточку Royal Pass, а также UC-шки приходят сразу на почту. Но второе. Выберите создать команду и укажите, какую карту улучшения желаете приобрести, после чего, после этого, заплатите необходимое количество UC, чтобы создать команду и получить уникальный ID. Во время события поделитесь ID вашей команды, чтобы пригласить в нее 2 игроков. Когда команда будет сформирована, вы получите набор перков UC. Ну, то есть, естественно, мы получаем их на почту. Так, чтобы члены команды могут поделиться ID, скопировав его, сгенерировав изображение посредством функции «Поделиться». После покупки карты улучшения игроки могут ввести ID команды в строку поиска, на странице событий или вступить в группу. Ну, это то, что я вам и говорил, ребят. Вот сюда мы вводим ID-ху и заходим в чью-то команду. Я опять-таки повторюсь, что сейчас я вам расскажу несколько способов, как продвигать свое ID, либо же вступить кому-то в команду. Еще раз дочитаем. Если игрок еще не приобрел Royal Pass сезонов с 19 по 3, при просмотре события появится сообщение. Пригласите новых игроков, которые выполнили требования, вступить в команду, и все участники сформированной команды получат дополнительный набор перков UC. Все это делается для того, чтобы мы разрабам сами приносили донатных уток и выкачивали из друзей деньги. В течение 2 часов после создания группы в ваш инвентарь поступит карта улучшения Royal Pass, а перк UC будет отправлен на игровую почту. Даже если группа не будет закончена, к концу события карта улучшения Royal Pass будет отправлена
ваш инвентарь в течение 24 часов. То есть, если вы не соберете команду, то в течение 24 часов после окончания вот данной хрени, данного скидочного события, вы получите все равно свой Royal Pass, но только вы получите его, возможно, вы планируете в 5 утра покупать его, то тогда так не получится. Поэтому смотрите сами. И смотрите, если старый игрок, то 20 UC и 30, если новый игрок будет. Ребят, теперь каким способом можно вступить в какую-то команду, либо же создать свою команду и набрать еще игроков в нее. Так, создать команду, я покупаю вот этот за 930, скидка UC, а почему у меня нет 60 UC скидка? Нихера себе, это что такое? Да ладно. Откуда у меня этих... А, у меня нет этих купонов, я думал это у меня. Создаем команду, так, заплатить 9, да, платим. Команда успешно сформирована. Вот вы видите, моя команда и моя ID-ха. И также вот ID-ха команды вот есть здесь. Теперь, естественно, вы при просмотре ролика на YouTube, если хотите получить скидочку на Royal Pass, вы можете залететь два человека со мной в команду, но я думаю, что Джесси Пинкман и Боб сделают это гораздо быстрее, чем вы. Хотя, возможно, кто-то успеет, и тем самым вы тоже получите скидку, зайдя в мою команду. Если же ты хочешь создать свою команду, либо же вступить в чью-то, читай обязательно в комментах, потому что вы можете делиться своей дихой под видосом в комментах, и люди будут к вам заходить. Но если хотите, чтобы 100% к вам набралась команда, залетайте в мой телеграм-канал, оставляйте там свою идиху, общайтесь между собой, и тогда вы 100% получите свою скидочку, потому что в моем телеграм-канале собраны только самые-самые адекватные люди. Поэтому, если ты еще не в моем телеграм-канале, возможно, тебе стоит задуматься, все ли в порядке у тебя с психикой. Короче, залетайте в телеграм-канал, делитесь своими ID-хами, вступайте в чужие команды, тем самым получайте скидочки. Пока, ну вот, на момент еще Жека не присоединился, хотя он обещал присоединиться, но фиг с ним. Скидку получим, Royal Pass получим. И, ребят, ну какая разница, я вот тоже думал, сейчас донатить или потом уже донатить, когда выйдет Royal Pass. Какая разница, что сейчас задонатить, что через какого там числа, 18-го он выходит, по-моему, РП. Я просто очень мало в этом сезоне играю, вы видите, 21 уровень у меня всего. Заканчивается 17 числа, то есть мне надо поиграть хотя бы чуть-чуть. А 18-го, по идее, выйдет Royal Pass. Хотя напиши точную дату в комментах. Ребят, вот таким вот получился видос. Я надеюсь, он вам поможет получить скидку. Не забывайте прожимать лайки, подписывайтесь на канал и в колокольчике включайте все уведомления, чтобы не пропускать все самые свежие и новые новости и видосы из мира PUBG. А также залетайте в мой телеграм-канал, ссылочка в описании. Всем пока, ребят.